Сегодня я стал Гэнгл из цифрового цирка для того, чтобы затроллить Фласку. Ну и помимо того, что я научился запутывать ее, я получил несколько невероятных способностей. Например, я могу притянуть ее к себе при помощи специальной нити. Самое главное, что Фласка не будет меня слышать, но получится ли мне ее затроллить до тех пор, пока она не поймет, что это я? Досматривайте это видео до конца, чтобы узнать. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и заспавнился в теле Гэнгл из удивительного цифрового цирка в этом мире Майнкрафта. И все для того, чтобы затроллить Фласку. Дело в том, что Фласка еще ни разу не видела Гэнгл в Майнкрафте, потому что я играл за нее только тогда, когда помогал Шейдимену. И в этот раз я подумал, что нужно бы начать знакомство Фласки с Гэнгл как раз таки с троллинга. И вы уж заметили, у меня в инвентаре несколько странных вещей. У меня есть камера, это самая настоящая камера, допустим, я могу сфотографировать вот эту вот курицу и при помощи рамочки ее куда-нибудь повесить. В общем, я вспомнил, как меня троллил Шадимен, он меня постоянно фотографировал и так далее. И именно поэтому я решил провернуть то же самое с Флаской. Я буду ее фоткать и развешивать везде ее фотографии. Также у меня есть секретная камуфляжная дверь. И если я ее поставлю, она будет выглядеть точно так же, как стена дома Фласки. Так что это нам тоже максимально сильно понадобится. И давайте посмотрим, находится ли она сейчас дома, потому что если она дома, мы можем ее сфотографировать и куда-нибудь повесить. Ё-моё, чуть не упал. А, и да, совсем забыл, я еще могу сворачиваться вот в такой вот небольшой клубочек ниточек, для того, чтобы незаметно передвигаться. Еще я могу притянуть любое существо к себе, допустим, вот эту вот свиночку, и запутать ее в нитках, для того, чтобы она не могла двигаться. А еще могу брать блоки. И от маски зависит, что я буду делать. Буду я хилить, или же наоборот убивать. Так, ну что ж, надеюсь, всего этого Фласка не слышала. Давайте-ка мы ее сейчас сфотографируем. Надо максимально приблизить, блин, она убежала от окошка. Надо бы, знаете что, я свернусь в эту небольшую штучку для того, чтобы ее незаметно сфотографировать и куда-нибудь повесить. Мне интересно вообще, как она отреагирует. А еще надо бы посмотреть. Ага, она сейчас в доме. Блин, так, залазим вот сюда. Опа-на, а кто это у нас тут? Давайте-ка мы ее сфотографируем и прямо на входе вот здесь вот повесим и постучим в дверь и убежим. О, это пицца пришла, здравствуйте. Нет, пиццы нет. Она что, не заметила фотографию? Она издевается. Она надо мной издевается. Хорошо, мы ее еще раз сфоткаем, уже немножечко с другого ракурса и повесим примерно... Так, мне показалось, или она меня увидела? Во, повесим вот сюда. Да кто, кто, кто? Пицца, да-да-да, я жду пиццу. Никого нету. Кстати, а вы в курсе, что у меня открылся свой магазин игр? Так вот, сейчас, когда игры почти невозможно купить, это может стать вашим спасением. Вы можете как попытать удачу и попробовать выбить игру, так и купить ее со 100% шансом. Тут еще и Майнкрафт есть. Также тебя ждут подарки за каждую покупку и промокод на скидку в 30%. Ссылочка в описании. О, что это такое? Это что, это фотография моя? Не по... Ой, я не вертеть могу. Да-да-да, это твоя фотография. Фотография. Ага, ага. И рамка. Мне подарили фотографию и рамку. Не, ну слушайте, на самом деле это выглядит как-то подозрительно. Подождите, алло, она меня заметила, что ли? Ты еще стоишь, подглядываешь, я не понял. А, она смотрит на жителя, фух, слава богу. Ладно, нам нужно подумать, куда бы нам разместить вот этот проход. И я, в принципе, придумал. Давайте-ка мы, блин. Давайте мы ее замедлим на время. Я не понял, это твоих рук дело? Что? В смысле, тут кто-то был? Кто-то с фотоаппаратом? Ну да, это был ты, ты кому врешь? Да, я знаю. Нет? Попу ставишь? Да чё? Да-да, просто так попу люди не ставят, ага. Еще одна фотография, он говорит, тут есть. Ну-ка, надо посмотреть, а это чё? Да кто так вешает? Я ж не вижу нифига. Так, погодите, мне нужно понять. Мне нужно понять, это где было сделано? Это вот тут было? Да, погодите. Куда она бегает постоянно? Это была сделана фотография вот прям с этого места. Вот прям с этого места. Нифига себе так. Это повесит на память. Когда она уже отбежит от дома, чтобы я мог поставить свою фальшивую дверь? Она меня уже бесит. А это я повешу вот сюда. Во, офигенно. То есть я сейчас типа сойду и вот прям до фотографии. Так, давайте-ка мы быстро посмотрим. Во, пока она лазит в сундуке, я сделаю быстренько вот так вот. Все, здесь теперь фальшивая дверь. И стекло сломалось. Ну, неважно. Я что-то слышала, это что было? Не понял. Так, моя фотография на месте. Угу. Фотография на месте, никого нет. Новая появилась фотография. Где фотография? А-а-а,
она меня пишет. Так, ладненько, вот знаете, обычно людей пугает, если за ними следят, а ей вообще как будто по барабану. Что там? У меня стена пропала! Офигеть, она стала тонкой. Что за фигня? Ой-ой, походу, эта дверь максимально палевная, да? Ладно, давайте-ка мы уже придем к ней и постучим. А, пицца? Давайте сделаем криповое лицо. А чё вы плачете? Я не дам вам чаевых. Пиццу вперёд. Это ты меня фоткаешь? Давайте повесим куда-нибудь рамочку. Генджел, что ли? Какой Генджел? Я Генгл! Это что такое? А что это такое красное? Клубок ниточек. Ладно, неважно. Давайте-ка мы ее отнесем в одно место. А хотя, знаете что? Я придумал, как я сделал. Мне нужно ее нафотографировать много-много раз. Фоткаем. Я не твой ребенок. Да ты не моя мама, чтобы фоткать меня постоянно. Это что? Мне нужно привести ее к своему логову. Я буду везде расставлять здесь фотографии. И рано или поздно она придет к моему логову. Я надеюсь, она не бежит прямо сейчас за мной. Вот, здесь будет больше всего фотографий, и скоро вы поймете, почему так. Ганкал, иди сюда, у меня проблема, у меня стена тонкой стала. Ганкал, я Ганкал. Давайте мы подползем. Ганкал, алло, ты где? Иди сюда, смотри. Во-первых, поставила в рамочку, а во-вторых, смотри, стена какая-то тонкая. Где? Нету стены. Глянь, стена тонкая. Это не стена. А с каких пор моя стена дверь? Ой, все. Боже, у тебя такая масочка страшненькая, я не могу. Что это? Давайте ее просто приведем к своему логову. Вот, сюда иди, смотри. О, фотография. Ой, а что у меня с глазами? Что-то они поплыли. Я понял, она такие... Там еще, блин, я не вижу. О, вижу, в руках. Что-то у меня как-то это, как-то, ну, потекло немного лицо вниз. Так, стой здесь. Нифига, это уже как-то попахивает, будто бы ты какой-то серийный маньяк. Я где? Ты что плачешь? Тебе грустно? Где я? А вот неважно, где сидеть здесь надо. Красная комната, ты что? Боже, это так... Я не знаю, но твое лицо это просто нечто, мне смешно. Да, она издевается надо мной. Все, ты навеки вечный будешь сидеть здесь. О, улыбаешься. И фоткает опять. Ну, блин, ну, мам, ну не надо. Я сегодня не это. Ты трэш, ну ты как будто какой-то маньяк. Да, давайте кивнем, да. Кивает. Больной, да, Генгл? Ты сломал мою картину. Она меня бесит. Все, короче, я уползаю. Нифига себе. Ты куда вышла? Быстро обратно. А где мои фотографии, Генгл? А ну верни фотки. Все. И рамку. Я закрываю. Генгл. И она теперь отсюда не выберется. Где я, Генгл? Вот это мне нравится. А сейчас мы немножечко с ее домом поиграемся. А то что это она не боится? Пусть она боится. Блин, надо было... Стоп, где фотографии? Она забрала все фотографии, что ли? Ё-моё, мне нужны новые фотографии фласки. Так, это сюда возвращаем. Можно ее сфотографировать. Ага. Генгл. Не понял. Ну все, тебе жопа. Эй. Тебе жопа. Я сейчас тебя сфотографирую. О, домой. Ура, домой. Ла-ла-ла-ла. Нет, да никаких домой. Вроде успел сфотографировать. И давайте вот здесь тоже сфотографируем. Так, посмотрим. Я вижу, ты тут ошиваешься возле меня. Ты что бегаешь? Да ничего, теперь это мой дом. Че, ты меня любишь, да? Нет. Зачем туда ты меня фотографируешь? Повесить тебя! Что за криповое лицо? Не надо, мне страшно. Алло, ну что это? Все так нормально. Так, ты меня фоткаешь сзади, сбоку и еще раз сбоку. Ну-ка, погоди. Давай по-нормальному, давай вот так. Во, давай. Она меня бесит. Вот, я сфотографировал как смог. Мою попу фоткай. Нет! Так, что бьешь? Давай прямо, давай я попозирую, давай попозирую. Да куда я что? Я не нанимался фотографом, понятно? Типа с едой? Это, смотрю вдаль. С какой едой ты смотришь вдаль? Фоткай, где я? Алло, о, Генгл, фоткай, давай, фоткай, с едой. На, держи свою фотографию. Все, я пошел разбирать ее дом. Я знаю, что ее бесит, когда трогают ее дом. Я буду трогать ее дом, я полностью его разберу. Она будет злиться и бегать за мной. Я такая красивая тут, с едой. И с этим, с трубой подозрительно. И стоит, фоткает меня. С трубой подозрительно, вот реально с трубой стоит. Где дом мой? Это что за фигня, Генгл? Генгл! Что
за хрень? Верни дом! Все, это работает, это работает. Она начинает злиться. Мне это... Я тебе сейчас твою ленточку в узел завяжу. Не надо мне... Вот я сам умею в узел завязываться. Ой-ой-ой! Куда? Ты что за мелкая противная штука? Это клубочек называется, понятно? Тебе весело, весело? Я тебе сейчас глаз на жопу надеру. Не плачь, ну тихо-тихо, не плачь. Смеешься, смеешься? Сейчас я тебе твою смешинку запихаю в одно место. Фоткает. Фоткай, давай. Да куда? Подождите, что это за фотка вообще? А, все, я фоткаю фласку, и она перестает злиться, правильно? Давай, фоткай, фоткай, фоткай. А дом-то? А дом-то вернуть? А с домом все, тут уже капец дому, понимаешь? Да ёшкин ты кот, как-то отсюда убрать твою курузину? У меня столько фотографий, погоди. Все, я путаюсь. Куда? Алло? Мы идем. Дом запили мне. Мы идем в мое логово, там я буду на тобой издеваться. Дом запили мне, ёшкин ты кот. Все, сидеть здесь, ты теперь не выйдешь. Где моя дверь из булыжника? Оба, нормально. Ну что? Скажи, а как давно у тебя проблемы с головой? Ты любишь людей связывать, а? Ути моя Генгл. Генгл смеется. Слушай, это пугает на самом деле, когда ты так быстро эмоции меняешь, если честно. Страшно тебе, страшно. Я могу так долго делать. У тебя такие жуткие маски. Давай мы тебе новые закажем, а? Какие маски? Почему? Фласку за... Хорошо, я ее сейчас привяжу цепями. Я ее просто привяжу вот этими цепями. Вот этими цепями. Куда? А дверь открывается? Куда? Сюда. Я делаю вот так, вот так, вот так. Все, теперь я ее привязал. Ну что, она отсюда не сможет выбраться. Давайте думать, что можно с ней сделать. Меня повесили на цепь. Извращенка. Чего? Нет, сейчас я приду. Мне нужно кое-что принести. Сейчас. A few moments later. Чё там за храп, не понял? Просыпайся! Ты чё? Сколько времени прошло, я тут уже закимарить успела. Я ей буду показывать, что у меня есть. Она хочет меня поджечь, помогите! Не-не-не! Куда потушила? Не-не-не, у меня есть! Не-не-не, подожди, у меня есть! Ладно, я сюда подожгу. У меня есть флаг. Вот он, флаг. Видишь, да? О, мой флаг, спасибо, что принесла Генгл. Смотри, а вот это видишь, вот это видишь? Вот это. Моя кроватка, нет! Ай! Ладно, шерсть. Не надо ничего. Ты чё, извращенка, фоткаешь меня? Да кто? Ладно, давайте её развяжем, хорошо. О, наконец-таки. Ёшкин ты кот, жесть, на цепи висеть вообще не кайф. Слушай, Генгл, а ты давно с прибабахом? Ну не плачь. Она меня раздражает. Я не понимаю, как с этой флаской бороться. Хорошо, пойдем. Я тебе сейчас кое-что покажу. Меня ты решила меня выпустить? Я сейчас поплачу рядом с, допустим, вот этими коровками. Она их видит, и я начинаю плакать. О, нифига себе, сырая говядина. Ты покормить меня решила? Спасибо, Хэлхо. Спасибо. Да чё ты? Не надо мне массаж это делать спины. Все, я знаю, я буду ее просто бесить. Я буду ее максимально бесить. Я поняла, ты хочешь это поджетать. Сырая говядина. Да ёшкин, ты куда-то бегать не могу. О, могу. Сырую говядину ты хочешь переплавить? Пойдем. Я сейчас все покажу тебе, как это делается. Куда? Не надо никого переплавлять. Генгл, пойдем, готовить буду учить тебя. Вот, ребята, вы понимаете, фласка нетроллируемый человек. Ее невозможно затроллить. Она не троллится. Ты меня к печкам принесла. Жесть, умная женщина. Погоди, только нам с тобой нужно немного дерева. Ладно, сфоткаем, как фласка рубит дерево. У меня теперь есть фотография, где фласка рубит дерево. Че там? Ну-ка, ты опять меня фоткаешь? А чё у тебя то хорошее качество, то плохое? Ладно, хорошее качество, молодец, Генгл. А ща я тебе переплавлю всю твою говядину. Она меня бесит, ребят. Я уже разобрал ее дом. Я ее закрыл в своем секретном подвале. Я ее развешивал фотографии, чтобы напугать. Пытался сжечь все. А она радуется, да? Ты только посмотри, это я! Вот это, конечно, прикольно. А это мод какой-то или как ты это делаешь, Генгл? Ё-моё, снимите, не идет. Ну не плачь. Я как будто носатый какой-то. Блин, ну она не боится меня, она думает, что я добрый. Уйди, Генгл, какая веселая Генгл. Чё хочешь поделать? Прятки хочешь? Какие прятки? Давайте сделаем, что нам грустно. Чё ты плачь? Не плакай, Генгл. Чё так? Ну, скажи мне на уши. Тебе хочется говядины? Да, уж переплавила, сейчас дам. Да какой говядины? Не нужна мне говядина.
гадина. Ладно, я просто отдам ей новую фотографию. И все. О, ну-ка. Ой, ты глянь, что у меня глаза потекли куда-то. Ладно, выбросим. Все! Не надо, Гэнгл, только меня не кидай в лаву. Я просто отнесу ее домой. Я ее даже в лаву не буду кидать, потому что она скажет: ой, я сделаю маску, где я плачу. Она скажет: бедная Гэнгл. И все, я даже ее кровать не забирал, мне пришлось новую взять. Вот. Гэнгл, где дом? Был тут. Че у тебя такая какая-то ухмылка-то веселая, счастливая, а? Гэнгл, давай, будем с тобой домчи. Гэнгл, ты где? Я спрятался, все, она меня не найдет никогда. Гэнгл, ты где? Она, видимо, забыла про дом, а сейчас вспомнила, да? Давай вот так сделаем. Ты где, чертильница? Ты только что тут была. Что за фигня? Пропала. Это мое воображение, и фотографии не существует. А тут у меня вообще глаз утек. Гэнгл, иди сюда, ты посмотри, глаз утек. Куда он утек? Нормально, ничего не утек. Ладно, сейчас сделаем новую фотографию. Вот. Фоткай, давай. Вот, все. Нифига себе! Вот этот формат мне нравится, Гэнгл. Дом надо достроить. Она меня бесит, короче. Ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Я Фласку больше троллить не буду. Кого угодно, но не Фласку. Фласку затроллить невозможно. Вот, мое лицо, когда Фласка не троллится. Гэнгл, иди дом восстанавливать быстро. Ладно, починю ей этот дом. В общем, с вами были Фласочка и Скрэйч. Всем удачи и всем пока.